горячие многочасовые дискуссии на заседании Рижской думы вызвало предложение оппозиции расследовать, каким образом Дума проголосовала в прошлом году за выделение денег для баскетбольного клуба ТТТ, денег для того, чтобы спасти этот клуб от банкротства. На самом деле цель была благородная, но способ, каким была достигнута эта цель, вызывает множество вопросов. До сих пор внутри Рижской администрации не было расследования проведено, каким образом подготовленное решение вопреки существующим нормам. То есть нельзя из доходов за предыдущие годы брать деньги из муниципальных предприятий и передавать их общественным организациям, одной из которых является как раз вот этот знаменитый наш исторический клуб женского баскетбола ТТТ. 13 депутатов оппозиции проголосовали за расследование, правящая коалиция против. Расследование самого по себе внутри Думы не будет, но будет суд, который, может быть, через которое время все-таки поставит точки над «и» и скажет, кто был виноват, кто прав в этом споре. Что нас смутило, я имею в виду представителей Русского Союза Латвии, то, что такое большое время было потрачено на споры вокруг событий из прошлого. Конечно, надо расследовать, но нас ждут в ближайшем будущем большие потрясения, я имею в виду резкий рост коммунальных платежей, в том числе и в первую очередь платежей за тепло. Мы убеждены, что нужно говорить не о событиях прошлого, а о том, как выйти из положения, каким образом найти средства, чтобы компенсировать рижанам, простым жителям города, резкий рост стоимости коммунальных платежей, резкий рост стоимости отопления, который нас ждет в ближайшем будущем. И мы будем настаивать на проведении заседаний комитетов и Думы, посвященных этому вопросу.